Надо их всех посливать, что они такие борзые. Вот так вот сделаем и все. Ибо нефиг. За мной это охотился. Ха, нормально. Итак, всем привет, ребят, с вами Ромус. Сегодня будем играть на сервере Crystalix в мини-игру под названием GTM. Как вы видите, добавили персонализацию, но я пока что ничего покупать не буду, потому что скоро ее допилят, и всем, кто покупал за БТ, а я покупал за БТ, должны выдать определенные визуальные плюшки. Вот я их как раз и дожидаюсь. Ладно, давайте пропишем РТП и сразу же попробуем кого-нибудь победить. Кого-нибудь зарешать, скажем так. Тут есть сразу у нас сундук, но он, к сожалению, залутанный недавно. Давайте пойдем в другую сторону, потому что в той стороне, мне кажется, никого нет. Этот сундук у нас тоже залутанный. Все сундуки, ребят, залутанные. Что же делать? Ага. Вон человечек бегает внутри. У нас есть шанс его убить, но он, по-моему, встал на shift. По-моему. Но это не точно. Да, он там. А где же вход в это здание? Наверное, здесь вход. Сейчас надо его найти и, скажем так, немножко побить. Да, ну серьезно, это другая комната, ребят. Офигеть. Как мне туда попасть? Я что-то вообще не знаю. Надо соблюдать конспирацию, чтобы он нас не заметил. Смотрите, он вышел на улицу. Побежал к нам. Все, мы его слили. Его был обрез. Да, зря за ним охотились, ребят. Угу. Давайте побежим за ним. В ближайший люк. Попробуем слить его. Я думаю, у нас все получится. Вон там челик какой-то. Давайте спрячемся, пусть он сам до нас добежит. Давайте замутим его. Сразу же сделаю скрин. Все, ребят. Там, по-моему, ник, ребят. В данном случае ее. Опять же, $1000? Серьезно? Серьезно, $1000? Давайте подождем спаун. О май гад, ребята. О май гад. Что же я буду делать? Давайте быстренько залетим в банк. Неохота на комиссии, чтобы все сожралось. О май гад. Положить все. Ого, косарь, кризи. Спасибо за косарь. Давайте всякие такие плохие вещи скинем людям. Пусть они ими насладятся. А пойдем в кафе, ребята, и продадим сейчас весь ненужный шмот. Вот таким вот образом. Просто сложим его сюда. Хоп. Изи $800, ребята, боже. А вот вышел, и хоп, плюс 2к. Нормально, нормально. Вот так вот у нас получается. Давайте поедим. Я думаю, уже можно прописывать РТП. Лишь бы сейчас не слиться, потому что, мне кажется, мы сейчас сольемся. Так и обычно и бывает. Сюда мы не побежим, нет никакого смысла. Пойдем сразу в город. Надо не попадаться на глаза каким-то тимом, потому что, ну, я один, а их много. И как-то, ну, неравные ПВП получается. Сюда иди, сюда иди. Чё? Ну, чё-то мы сильно продамажил. Очень неприятно, то, что меня сейчас кто-то попал. Ты шо, парень? Самый крутой? На этой вечеринке. Как он меня обошел, я немножко не понимаю, но... Это не важно. Сейчас надо его устранить, это главная сейчас цель. Вот так вот сделаем и все. Ибо нефиг. За мной это охотился. Ха, нормально. Охота за модулями онлайн без смс. Да. Давайте подождем сейчас, пока что когда это идет, это пахнемся на спаун. Да. Ну, шмот не такой себе дорогой, конечно, но все равно приятно. Давайте в рюкзак. В винторезике наш положим ОПП. Остальное скинем, ну, наш нобам скинем. И в кафешку залетим, собственно говоря. Залетим, положим сюда вещи. Оп, продадим. Очень много еды, вот эту еду скинем. Зачем нам столько еды? Это тоже положим, это тоже положим. Нам реально не нужно столько еды.
А у нас неплохо получается, ребят, давайте РТП пропишем. Кто наш следующий клиент? Ты? Док? Привет, как дела? Хорошо, что делаешь? До свидания. Вот так вот, ребят, делается. $300. Заработок Кристалликс онлайн. Отхилились почти... А, у нас куча денег на счету, ё-моё. А я-то и не заметил. Давайте пойдем в банк и положим это все на банковский счет. 149 тысяч у нас сейчас. Не так уж и много, ребят. Печать продается от 500 тысяч. Я как раз коплю на ее. Чпоньк. И все, минус один. Минус второй, все, минус два. А скилл модератор ему. Мы все сольем, но это не важно. Главное, главное экспириенс веселый. Денег, конечно, ребят, не так много. Это печально. Это на самом деле печально. Есть, какой раз я уже ТП хвостный спаун? Блин, ребят, это скучно. Блин, жалко, что на месте нельзя все продать. Минус бомж. Ну да, я без брони был. Последняя земля. Да, ребята, капец. Тима, что ли? Что за дела такие? Хоп. У меня лоу хп, я их постевал. Просто на мясо. Ух. Ну это скилл, ребят, это скилл. Я, ну, от него не избавиться. Он как бы при рождении дается и все. Типа ты ничего не сможешь делать. В общем, вот такой коротенький выпуск, ребят, получился. Извиняюсь, что такой короткий выпуск, но у меня, блин, нет времени сейчас, чтобы снимать более длинные выпуски. Да и снимать их нужно с кем-то, а я один снимаю, это не так интересно. В общем, ставьте лайки, ребят, тогда выпуски будут выходить гораздо чаще. Они будут выходить вместе с другими людьми. Подписывайтесь на канал, комментируйте, рандомные комментарии попадают в следующее видео. Всем удачи, пока-пока.